В феврале, как вы знаете, были подведены итоги первого всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», запущенного по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина. От Вологодской области, напомню, в топ-100 попало два претендента, два финалиста. И вчера одному из победителей, Лысову Алексею Владимировичу, который работает в дирекции по содержанию и строительству автомобильных дорог Вологодской области, поступило предложение из администрации президента занять должность главного советника в управлении президента по внутренней политике. Пожелаем нашему финалисту успехов.